Приветствую вас, друзья, всех на своем канале. Сегодня я представляю на обзоре серебряную юбилейную монету Республики Италия 500 лир 1961 года. Данная монета посвящена столетнему юбилею со дня образования Соединенного Королевства Италия. До 1861 года на Апеннинском полуострове не было единого государства, существовало несколько независимых государств. И образованию Соединенного Королевства Италия предшествовала Австро-Итало-Французская война и высадка войск под руководством Гарибальди на острове Сицилия. И с этого момента началось объединение Сардинского Королевства с Ломбардией, Тосканой, Романией, Пармой и Моденой. Однако и после этого полного объединения Италии не было, а освободительная война продолжалась до 1871 года. 17 марта 1861 года парламент провозгласил Соединенное Королевство Италия во главе с представителем Савойской династии Виктором Эммануилом II и столицей в Турине. В 1865 году столица была перенесена во Флоренцию, в 1871 в Рим. Давайте рассмотрим нашу монету. Вверху монеты дата 1861, ниже изображена знаменитая древнеримская квадрига святого Марка. Под изображением вторая дата 1961, что указывает на столетний юбилей образования королевства Италия. Ниже буква L с точкой и номинал 500. Еще ниже латинская буква R, монетный двор Рим, на котором была отчеканена монета тиражом 27 миллионов 120 тысяч экземпляров. Данная квадрига является единственным сохранившимся образцом многообразной античной конной скульптуры, создание которой приписывает скульптору Лисипу и датирует 4 веком до нашей эры. Данная квадрига сделана из бронзы, покрытая золотом Византии. Она украшала Константинопольский ипподром, а в 1204 году во время 4-го крестового похода была вывезена в Венецию дожем Энрико Дандола и установлена на террасе фасада базилики святого Марка в 1254 году, период правления дожа Реньеро Зено 1252-1268. Данная квадрига стала одним из символов города, а современники поражались мастерству ее исполнения. В 1797 году, когда Венеция была завоевана Наполеоном, эта квадрига была перевезена в Париж, а 13 декабря 1815 года была возвращена назад на свое место при содействии Антонио Каневы. Во время Второй мировой войны квадригу прятали в городе Дола, а в 1970-х годах в ходе реставрации базилики было принято решение поставить вместо оригинала точную копию квадриги из-за нарастающего разрушения по причине загрязнения окружающей среды. Давайте посмотрим аверс монеты. Перед нами аверс монеты. На аверсе изображена, по-видимому, древнеримская богиня Минерва в сидящем виде. В одной руке она держит римский шлем, а в другой руке оливковую ветвь. Под изображением надпись мелкими буквами имени и фамилии художника аверса и реверса Гуидо Верои. По окружности монеты надпись «Республика Итальяна», разделенная пятиконечной звездой, древнейший символ Италии, один из основных символов герба Республики Италия. Монета сделана из серебра 835 пробы, диаметр монеты 29,3 мм, толщина 2 мм, гурт гладкий с надписью 1861-1961, по краям дат две пятиконечные звездочки и надпись на латыни «Центенари». Вес монеты 11 граммов. Цена монеты зависит от места покупки и состояния монеты. От 200 до 420 гривен. Спасибо, друзья, всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем удачи. Пока.